С прогнозом погоды на период с 8 по 12 октября Людмила Сырых. В первую неделю октября среднесуточная температура воздуха была ниже среднемноголетних значений на 3-5 градусов. Количество выпавших осадков составило 19 мм, что соответствует половине месячной нормы. В выходные дни и в первой половине следующей недели сохранится неустойчивая погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая погода приведет к образованию гололедных явлений и местами установлению временного снежного покрова. В субботу облачно, временами осадки, в ночные и утренние часы в виде мокрого снега, днем в виде дождя, гололедные явления, ветер западный умеренный, температура воздуха ночью -1,3, днем 2-4 градуса тепла. В воскресенье облачно, ночью и в первой половине дня временами мокрый снег, гололедные явления, ветер западный слабый, температура ночью от -3,5, днем повысится до 2-4 градусов выше нуля. В понедельник переменная облачность, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, гололедные явления. Ветер восточный слабый, температура воздуха ночью -2,4, днем 2-4 градуса тепла. Во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый, столбик термометра ночью от 3-5 градусов ниже нуля, днем поднимется до +4. В среду облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный слабый, температура воздуха ночью от 0-2, днем повысится до 3-5 градусов тепла. Во второй половине рабочей недели южный циклон, смещающийся из районов Средней Азии на восток Сибири, принесет ветреную и неустойчивую. Вновь возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра от +4-6 градусов вновь опустится до отрицательных значений. Это приведет к образованию гололедных явлений и установлению временного снежного покрова. Одевайтесь по погоде. Хороших всем выходных!